квадраты. Посчитал, на 1928 разделил, цену билета определил, и вот он всех собрал. Но блин, чуточек просчитал и заработал деньжат. Теперь встречайте более скучная часть сегодняшнего вечера — Василий Байдак. У меня над кроватью висит плакат с желаниями, карта визуализации. На ней я лежу на кровати и смотрю в этот плакат. В такие моменты я чувствую себя самым самореализованным человеком в мире. Когда в детстве ездили с родителями на море, Затока, Железный порт, Лебедевка, они бросали монетку, чтобы вернуться. А я не бросал. Я собирал. Накопил и полетел в Турцию. У меня дома в холодильнике очень много еды плацебо. Мне кажется, она полезная. Кабачковая икра, чипсы со вкусом 17 гривен 50 копеек. Когда у меня в детстве шатался зуб, дедушка привязывал его за нитку и второй конец привязывал к дверям, резко открывал дверь. Но обычно выпадали не те зубы, потому что дед никак не мог запомнить, в какую сторону открывается дверь. Лежу в крови без передних зубов. Зуб привязан за дверь, и приходит мама, говорит: «Что с тобой? Почему ты привязал зуб за нитку?» Я говорю: «Ну видишь, другие не привязал, они убежали». Никогда не позволяйте себе приходить на вечеринку задротов и говорить, что Бэйби Йода похож на картошку. Никогда не позволяйте себе приходить на вечеринку овощных селекторов и утверждать там обратное. Никогда не позволяйте приходить на вечеринку антипрививочников. Стою на автобусе, жду остановку, и стою на автобусе,
жду остановку. Подходит ко мне мужчина и начинает шептать на ухо, говорит: «Видишь того парня?» Я говорю: «А, тот парень, который стоит на автобусе, ждет обстановку?» Он говорит: «Да, да, это Иван Палыч. Знаешь, кто это?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «О, Иван Палыч очень известный в узких кругах». Я говорю: «А вы кто?» Он говорит: «Я узкий круг Иван Палыча». Я говорю: «Ну вы, наверное, не математик». Он говорит: «Почему?» Я говорю: «Ну потому что вы бы знали, что узкий круг – это овал». Давайте я вам сразу кое-что объясню. Смотрите, ваша реакция просто... Давайте я объясню вам концепцию еще раз стендапа «Ищу 1928 зрителей», если вдруг вы забыли. Смотрите, низкая себестоимость билета. Почему? Потому что на количество мест я поделил аренду зала, аренду техники, съемка, налог государству. И ни слова про деньги на комедию. Поэтому, если вы слышите какую-то шутку или даже намек на шутку в предложении, вы принимаете это как величайший снисходительный подарок. Потому что сейчас вы реагировали на этот подарок даже хуже, чем когда я в детстве на Новый год очень сильно хотел тамагочи, но неправильно доносил желание, и родители подарили мне калькулятор. Я не растерялся, выбрал цифру 7, стал ее выращивать. Просто этот... Ладно. Я еще снимаю для Ютуба это все, и... И... Так, хорошо. Я не хочу, чтобы зритель в Ютубе почувствовал, что вы просто радуетесь каждому предложению. Давайте мы все-таки как-то... Вы неправильно поняли. Вы нивелируете всю следующую комедию, которая будет происходить. Вы просто нивелируете. Зритель Ютуба будет смотреть и думать, что они просто смеются фактом. Значит, это что-то странное. Мне это не подходит. Нет, вы опять неправильно. Вы неправильно все понимаете. Вы все неправильно понимаете. Вы ужасный зритель. Но вы хуже. Вы просто... У зрителя Ютуба... Нет, хватит, все, ты молчи. У тебя вето на крики на всю свою жизнь. На всю твою жизнь, не мою. И у тебя тоже. Значит так, зритель Ютуба, если вы не знаете, в Ютубе есть такое правило. Правило есть такое, в Ютубе должна звучать в юмористическом контенте шутка одна на 10 секунд. Да. И... Мне кажется, что это правило. Я с ним не очень согласен с этим правилом. Если вы не знаете, то некоторые, зритель Ютуба хитер, он даже иногда, мне говорили, что некоторые смотрят юмористический контент на скорости 1.5x. А я бы очень бы сильно хотел, чтобы мой стендап зритель на Ютубе смотрел на скорости
4. Икс. И как только он привыкнет к этой скорости, мы тут же начнем быстро убыстрять темп, чтобы он судорожно начинал искать: «О боже, где сделать скорость? Где мне длиннее? Где мне длиннее? Я все быстрее набираю темп, все быстрее набираю темп». Он такой: «Боже, боже, боже!» И как только он включает 0.5, я сразу же иду ему наперекор. Потому что нужно держать зрителя Ютубе в тонусе на самом деле. А что же касательно вас, то по сути вы просто все скинулись на аренду. И кто единственный не скинулся здесь на аренду? Поэтому сейчас вы, к сожалению, здесь только в качестве закадрового смеха. И... но вы будете жить вечно, в отличие от вас. Ваш смех в Ютубе будет жить вечно, в отличие от вас. Мама! Мама! А мне кажется, или я только что слышал смех бабушки на шутке про овал. Нет, сынок, твоя бабушка никогда не смеялась. Она была душнилой. Если бы я был скульптором, я бы каждому зданию приделал бы по маленькому батуту, чтобы голуби летали в собственном помете. Каждые 10 секунд. Ладно, ладно. Я, когда учился в юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове, то... Вы тоже. Ну ладно, классно. Да, так вот, я... я на самом деле юрист с красным дипломом. Вот, и... Да, вы можете аплодировать, ведь, как вы видите, весьма успешный. Поэтому... Было сложно стать юристом в мое время, потому что юристов в то время в нашей стране было больше, чем сейчас в кофейне третьей волны, СММщиков с макбуками и чизкейками. И я не хотел бы... Если честно, я не хотел быть юристом. Но родители, они юристы... И юристы-адвокаты. И поэтому спорить было бесполезно. Это было похоже на дебаты Платона против бурого медведя. Но смотрите, еще был аргумент в то время. Аргумент еще был в то время пословицы. Поэтому это было самое важное, самый важный аргумент. Поэтому родители говорили: «Сынок, ведь мы юристы». «А как ты знаешь? Яблоко от яблони». Недалеко падает. Если в целом ум, характер, кучерявые волосы отца, штаны деда я действительно унаследовал, то в профессии я отошел так далеко, что это похоже, как будто бы на антарктической станции академик Вернадский стоят два мужчины, которые в пуховиках борются с сильным ветром, смотрят, чтобы белые медведи не напали, периодически отвлекаясь на спарку тюленей, и они такие: «О, яблоко!» «А что оно здесь делает?» Но в целом я очень сильно благодарен родителям за этот путь, потому что именно благодаря этому я здесь сейчас перед вами, и я так далеко отошел от начала шутки, что мне придется повторить ее еще раз. Так вот, когда я учился в юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове, то у нас снизу была консьержка, сидела в общежитии.
консьержка, и она сидела в такой штучке, там была будка, и было квадратное окошко, и она всегда там сидела, я когда проходил, я видел ее верхнюю часть туловища, а нижнюю никогда не видел, и я думал, что у нее вместо ног, что вместо, что нижняя часть, короче, что она кентавр, я прям был уверен, что она кентавр, потому что тут либо кентавр, либо русалка, но стояла уверенно, значит, это была твердая лошадиная стойка, и она, тем более на заднем фоне всегда сидел охранник на корточках. Вот так вот. И по моей, если я правильно понимаю, перспективу, он сидел как раз на ее лошадиной жопке. Вот. 100% кентавр, потому что почему она иначе еще запрещала курить возле общежития? Боялась, что отомрет нижняя часть ее туловища лошадиная. И... Не верите. Хорошо, смотрите, она миллиард процентов кентавр, потому что ни разу я не видел в общежитии Волан-де-Морта. А вы бы видели, что он сделал с единорогом в запретном лесу. Если бы кентавр не подпустил бы Волан-де-Морта на расстояние вытянутой стрелы, и не было Волан-де-Морта. Вы еще, смотрите, еще помните, когда кентавр Флоренс, увидел, что нес Гарри Поттера на своей спине, раненого в запретном лесу, и его остановил кентавр Бэйн, и он говорит: «Флоренс! Что ты делаешь? Ты не кентавр, ты ведешь себя, как растреклятая верховая кляча». И то же самое Любовь Павловна. То же самое Любовь Павловна. Бывает, придем юристами, тяжелые дипломатики с лекцией пришли, там тетрадки, книжечки, конституции, знания тяжелые, говорим: «Любовь Павловна, пожалуйста, занесите на своей могучей...» Задача не найти преступника, а высветить. Тупо на пань. Тупо под... перед самым... Так вот, бывает, придем... Вы помните еще все, да? Или вы уже такие... Было 5 секунд пауза. Где мы? Кто мы? Кентавр, в смысле, кентавр, кто ты? Так вот, кентавр, она 100% была кентавр. Смотрите, мы приходили юристами с маленькими дипломатиками, в которых в чемоданчиках была конституция, как вы помните, криминальный кодекс, все это, и говорили: «Любовь Павловна, пожалуйста, Любовь Павловна, завези на своей могучей спине, Любовь Павловна, в наши номера, пожалуйста, Любовь Павловна». Она говорила: «Отвалите от меня, отвалите, вы тупые юристы, вы думаете, что вам все дозволено из-за того, что у вас родители прокуроры, идите отсюда», и продолжала вязать свои носочки. Две пары носков, четыре носка, и мы сразу же: «Ага, Любовь Павловна, вяжете носки себе на зиму, чтобы согреть свои копытца, Любовь Павловна, то я внукам, ага, Любовь Павловна, а тогда чего у вас, Любовь Павловна, одинакового цвета носочки, никто не вяжет внукам одинакового цвета носочки, да они просто любят так, нет, Любовь Павловна, никто не вяжет носки внукам одинакового цвета, потому что если ваши детки, ваши внуки будут бегать в деревне, упадут головой в болото, застрянут так, что будет торчать только ножки по колено. Как, Любовь Павловна, узнать, кого доставать первого? Виталика в красных носочках, который целый день смотрел на яблоко, потому что, может, это забавно. Или Наташу в желтых носочках, которая целый день била корову крапивой, чтобы почувствовать вкус жизни. А, Любовь Павловна? Да, это одинаковый цвет, это внукам, честно. Любовь Павловна, а что у вас тогда носочки без пяточек, а, Любовь Павловна? Просто два длинных мешочка, Любовь Павловна. Попались, Любовь Павловна, поймана. Хорошо. Я действительно внуком, потому что мои внуки пираты, и у них вместо детских ножек деревянные скалочки. И это действительно носочки на их деревянные скалочки. Я нашла этих детей в затоке. Они запутались в морской капусте, отбивались от крабов. И рядом была бутылка, в которой записка: «Это дети-пираты. Они потопили 17 матрасов. И если вы их нашли, пожалуйста, берегите их. У них очень скверный характер, так как они когда-то, они очень сильно хотели киндеры и ром, поэтому поменяли свои детские ножки на два киндера и на ром. И они хотели так и
эти киндеры, потому что коллекционировали бегемотиков. Они так хотели этого бегемотика-гонщика и бегемотика-повара, а им попались пазлы. И эти пазлы было просто два коричневых прямоугольника. Они их сложили, потом поняли, что это они не той стороной складывали эти пазлы. Перевернули, там природа, но уже собрана. Вкуса пазла нет, ничего нет. И у них ужасный скверный характер. Но единственное, что их может хоть как-то порадовать, это если вы сошьете им, свяжете носочки на их деревянные скалочки. И неважно, какого цвета, потому что для них все цвета цвета серого будущего. Любовь Павловна, ну так бы сразу и сказали, Любовь Павловна, ничего же вы. Недавно мне много людей сказали, ладно, на самом деле немного, и вообще давно одна женщина мне сказала, на самом деле, давно одна, даже не мне, я подслушал разговор женщин, и мне кажется, это было посвящено мне. Так вот, одна женщина мне не так давно сказала: «Василий, мне так нравится ваш юмор, очень нравится ваш юмор, потому что в нем нет матов, нет пошлости, вульгарности, нет ничего про политику, про этого Януковича, знаете. И самое главное, в нем нет ничего, никакого туалетного юмора. И мне очень сильно не нравится, что кому-то нравится моя комедия, потому что в ней что-то отсутствует. Мне бы хотелось, чтобы кому-то нравилась моя комедия, потому что в ней что-то присутствует. Я никогда не слышал, чтобы кто-то заходил в пекарню и говорил: «Нам так нравятся ваши круассаны, в них абсолютно нет камней, нет щебня, нет составляющих даже камней песка, нет плесени, нету червей, нету земли, у них нет земли, нету слюны, нету шерсти. Нам так нравятся ваши круассаны, в них нет следов насилия, в них нет следов, нам так нравятся ваши круассаны, в них нет недописанного романа «Замок» Кавки. Очень нравятся нам ваши круассаны, нам так нравятся ваши круассаны, в них нет хандры. Нам нравятся ваши круассаны, в них нет хандры. И говорят, отсутствует туалетный юмор. Отсутствует туалетный юмор, продолжайте в том же духе, говорит женщина. Отсутствует туалетный юмор, продолжайте в том же духе. Я ненавижу, когда мне что-то указывают делать. Когда мне так говорят, я делаю наоборот, потому что я нонконформист по своей природе, и то потому что я стал им, потому что все вокруг были конформисты. Поэтому... Писюн. Писюн, ага. Все, байдак уже не тот, говорит женщина. Байдак уже не тот, матерится как сапожник. Писюн, писюн, два писюна на улице. Два писюна на улице в шлепанцах. Два писюна на улице в шлепанцах и один в магазине маленький. Ха-ха. Писюн, блин, писюн. Писюн, угу. Туалетный юмор был недавно в супермаркете. Знаете, зачем ходил? За туалетной бумагой. Туалетный юмор. И, знаете, туалетной бумаги в супермаркете невероятное количество. В туалетной бумаге столько, есть туалетная бумага однослойная, туалетная бумага двухслойная, туалетная бумага многослойная, туалетная бумага как картон, лист просто продают, неважно, непонятно как, гранью или как, неважно. И тут я вижу одну пачку, на которой написано «Наконец-то с растворимой втулкой». И я думаю, как точно подчеркнут момент появления туалетной втулки растворимой в моей жизни. Я такой: ну когда же, наконец-то. Потому что помню раньше,
сидишь на унитазе, заканчивается бумага туалетная, сидишь с этой втулкой, ну куда ее деть? Ну реально, ну куда ее деть? Выходишь из туалета, идешь на кухню, хотя нужно было в гостиную кушать оливки уже. Ты идешь на кухню, открываешь шкафчик, достаешь ведро, бросаешь туда эту втулку, обратно ведро, закрываешь шкафчик. И хуже всего, что эта втулка, она занимает место следующего мусора. И поэтому вот ты стоишь с банановой кожурой, которая не поместилась уже в эту мусор, думаешь, ну куда ее теперь деть, эту банановую кожуру? Ну куда эту шкурку банановую? Заводишь новый пакет, бросаешь ту, да, а потом опять появляется втулка и вытесняет две шкурки. И этот просто такой процесс. И я начал, я думаю, ну что делать? Ну что делать? Можно сжать втулку, будет меньше занимать места, но так тратится сила. И кто потом ее будет восполнять? Кто будет ее восполнять потом, эту силу? И тем более, втулка может порезать пакет. Тогда будет вообще катастрофа, дичь. Пакет разорвется. Что мы будем все делать? Непонятно. И я стал прятать эти картонные втулки по всему дому. Я прям распихивал под ковер, в шкаф, в обувь, в собаку, куда угодно. Просто делали вазы, делал из этих втулок, чтобы повсюду. Вы должны понимать, что я уже женатый человек. Я уже женатый человек, и поэтому... Давайте вы опять аплодируете факту. Спасибо. Я женатый человек, и вы должны понимать, что это уже другая жизнь, потому что постоянно, ну вот, Лиза приходит и говорит: «Вася, Вася, почему по всему дому втулки, Вася? Я открыла шкаф, чтобы достать свои модные мартинсы, и туалетные втулки посыпались на меня, Вася, как в фильме «Мумия», но не песок, а втулки. Они повсюду, почему ты их просто не выкинешь?» А я говорю: ну как их ты выкинешь? Она вытеснит банановую шкурку, и потом это все, и будет квинтэссенция просто, и мы не сможем выжить даже. И она говорит: ну да, чё ж ты сразу не сказал, давай прятать втулки, давай прятать как кныши по всему дому. Они повсюду, эти втулки, они в карманах, эти втулки, они повсюду, и это капец. Что-то придумаем, я говорю: Лиза, что у тебя вообще с голосом? Она говорит: это последствия женитьбы. Я говорю: ой-ой-ой, не предупреждали. И вот, а другое дело, растворимая втулка. Кинул волшебство, ее просто нет. И все. Вот не хватало этой втулки растворимой Януковичу. В бегах Межигорье, в домашнем халате, бегает возле озера, кидает эти картонные втулки, пытается утопить в озере, они не тонут. Он говорит: блин, почему эти картонные втулки с этой официальной информацией не тонут в озере? Почему картонные втулки, которые меня могут как-то почему они не тонут? Вот бы сейчас растворимые втулки. Ну когда уже? Когда растворимые, чтоб я был чист? И тут Янукович, мы видим, как он бегает, и он пытается утопить эти втулки картонные. Кто это говорит? Так. Да это я. Что ты тут делаешь вообще? Кто ты такой? Что ты тут делаешь? И тут у меня пистолет в руке, и я направляю на Януковича, говорю: ага, попался Янукович, я поймал Януковича, все сюда, я поймал Януковича. Слушай, а если я тебя слышу, значит, ты в моей голове, значит, пистолет есть и у меня. И тут пистолет появляется в руке у Януковича. Что ты все комментируешь? Извини. И тут он появляется, пистолет в руке Януковича, он вставляет его в себе в рот и говорит: знаешь, это не моя голова, это наша голова. И выстреливает, пуля попадает мне в голову, я падаю мертвый, а у Януковича прострелено горло, у него кровь попадает на его домашний халат, к нему подбегает Марла Зингер, он ей говорит: знаешь, мы с тобой встретились в очень странный период нашей жизни. И тут уже где-то взрываются небоскребы, они смотрят в окно: Where is my mind?
Where is my mind? Where is my mind? Если вдруг на кого-то упадет легкое, вы будете знать. Оно будет висеть на трахее, просто дерните, он упадет, и все будет великолепно. Просто мне нравится очень сильно реакция ваша на бойцовский клуб, но мне кажется, что не все узнали аллюзию на финальную сцену фильма Финчера по книге Паланика «Бойцовский клуб». И, честно, меня это немного пугает, потому что просто я ставил на то, что вы все в зале смотрели фильм «Бойцовский клуб» очень много. И чтобы вы понимали, сегодня весь стендап закончится аллюзией на другую сцену из фильма «Бойцовский клуб», которая даже менее знакома. И я думал, что если вы не узнали финальную, многие из вас, то тогда... Что я наделал? Вау! Блин, что делать? Я еще... Почему я переносил этот стендап два раза? Я надеялся, что все уже увидят. Я запустил рекламу, чтобы она в социальных сетях рекламировали фильм «Бойцовский клуб». И я, видно, неправильно настроил ее или что. И людям попадался не фильм Финчера по книге Паланика «Бойцовский клуб», а юмористическая передача сомнительного качества на канале К1 «Бойцовский клуб». И это еще страшнее, ведь страшнее, чем если вы не узнаете эту сцену, будет, если я закончу стендап, и вы выйдете такие и... Ты понял аллюзию? Это аллюзия на выступление дяди Жоры в «Бойцовском клубе». Не, я знал, что он любит его, но прям заканчивать стендап аллюзией на выступление дяди Жоры, это... Уже уходят люди, потому что такие... Мы все потерпим, но не аллюзию на дядю Жору. Мы не хотим быть заложниками. Тут потеряем зал. Просто ушли. Просто уходят. Я не знаю, как это... Это все равно, что раненый человек лежит. Лежит раненый человек, истекает кровью. И люди такие... Неинтересно. Ладно, импровизация. Эй, здравствуйте, как вас зовут, молодой человек? Кирилл, боже мой. Девушка, здравствуйте, как вас зовут? Как? Аня. Кем вы работаете, Анна? Звукорежиссером. Никаких перспектив, простите, я не знаю, где там строить юмор. Не в плане профессии, это очень в плане профессии замечательно, не в плане юмора. Ладно, кто считает, что у него уникальная, интересная профессия? Выкрикните, пожалуйста. Безработный, что-что? Еще раз, вы просто... Да, что-что? Общепит? Что? Общепит? Это какая-то аббревиатура, которая сейчас офигенно расшифруется? Или это то, что мы думаем? Что вы делаете? Вы продаете унитазы. Познакомьтесь. Что у вас за общепит? Ладно, хорошо. Молодой человек, вот все равно, где вы работаете, я останавливаюсь на вас. Да. Как вас зовут? Никита, где вы работаете? Работаю из дома. Вы работаете из дома, айтишник, а какая компания? Fire. Как? Firex. Firex. Firex?
Как Вася, только Фе. Фася. Вайрекс. И как вас зовут еще раз? Никита. Вы знаете какую-то шутку? Только те, что я рассказал. Людям понравилось. Никита, а можно вас на сцену, если не сложно? Можно вас? Просто я уже потерял доверие зала и... Отличный зал, по-моему. Ну да, но вы сказали вашу шутку про то, что... И она зашла хорошо. Вы не против? Я вам расскажу шутки, вы не против? Я просто буду вам шептать. Ладно. А вы продолжите стендап, если вам не сложно. Вообще, у меня есть шутка, но... А вы мне подкажете. Давайте мы ею закончим. Знаете, я вообще... Я вообще люблю дарить смешанные эмоции своим друзьям. Иногда беру 45 гривен, вложу их в конверт. Не, просто за мной. Там очень важно. Хорошо. Емкость очень важна. Конверт, коробка, это очень важно, вы поверьте. Давайте еще раз. Просто четко поэтому. Никита, вы молодец. Люблю дарить смешанные эмоции своим друзьям. Люблю дарить смешанные эмоции своим друзьям. Иногда беру 45 гривен. Иногда беру 45 гривен, упаковываю в коробку и посылаю им новой почтой. Отмечаю, что оплачивает получатель. Просто еще я эти шутки уже рассказывал на другом проекте, и по контракту я не имею права их говорить. Но вы ничего не подписывали. Если из распятия убрать крест, то будет казаться, что Иисус просто рад всех вас видеть. Чуть-чуть осторожнее, чуть-чуть осторожнее. Поставил себе теплые полы. Поставил себе теплые полы. Забыл о холодных потолках. Умер в торнадо. Свою. Расскажите мне ее ночь. Не-не-не, расскажите мне. Я предупрежу. Вы знаете, что общего между солнечными очками и женщиной? Они оба отлично сидят на лице. Спасибо огромное. Это был Никита, IT-компания Vyrex. IT-компания Vyrex. Все, что мне нужно было, это просто контраст.
Так вот, в общежитии нельзя было заходить после 10 часов вечера, поэтому мы забегали. И слышали в спину: «А ну, сти!» Ковролин пошел. Фу, стрелы. Как же я устала. Как я ненавижу свою работу консьержкой. Вот бы мне, как Никита, айтишником быть. Знаете, что общего между солнечными очками и Никитой? Еще и цокачу на весь общежитие. Сейчас свяжу себе носочки, никто не услышит. Буду подниматься на крышу и смотреть за поведением ретроградного Меркурия. Интересно, а когда ретроградный Меркурий, кого он обвиняет, когда сыпет дедлайны? Но это потом. А пока... Не пойму, почему вы аплодируете. Вы для меня загадка. Я просто, что я попил? Или вам понравилось про кентавра просто? Вау, вам больше понравилось, что я попил. Ага, хорошо, нон-конформист. Так вот. Ну, Любовь Павловна, вы все-таки кентавр. Да, я все-таки кентавр, но я тоже была права отчасти. В смысле, вон мои внуки. Бабушка. Внуки. Бабушка, давай танцевать польку. Летка-елька, давайте, внуки. Уважаемая администрация Ютуба, мало того, что не было шуток раз в 10 секунд, так еще и в какой-то момент я подумал, что видео переключилось на 10 часов звуки дождя. Я очень недоволен. Рыгающий смайлик, рыгающий смайлик, рыгающий смайлик. Писюн. Ладно, на самом деле... Я очень сильно вам благодарен за то, что вы пришли. Спасибо огромное. Это тянется уже 2 года, и наконец-то оно реализовалось. Очень сильно вам благодарен
за поддержку и за то, что вы любите стендап. Очень вам огромное спасибо. И скажите, пожалуйста, скажите, кто здесь думал, потому что... Кто здесь думал, что я просто буду в брюках на голом торсе час что-то бегать? Есть такие, да, ладно. Кто думал, что я буду считать просто от 100 тысяч? Очень. Здесь очень много еще родственников и друзей, и знакомых. Я так хочу сразу всем понравиться. Сразу хочу сказать какую-то такую шутку, чтобы она всем залетела, чтобы все были довольны. Поэтому давайте я вас сейчас спрошу, про что рассказать, а вы все вместе скажете: «Комедия наблюдения про школу». Я очень сильно хочу всем понравиться. Скажите, пожалуйста, что вам еще рассказать? Фу, господи, что за тупой выбор? Перед вами весь мир, вы тупо комедию наблюдения хотите? Какая тупость, еще и про школу. Я учился в школе. И вы такие: блин, мы тоже учились, нам нравится. Ну хорошо, вы сами выбрали комедию наблюдения про школу, хорошо. Когда учился в школе, то у нас был урок, который, ну, мы не очень любили, потому что знали, что он нам не особо пригодится в жизни. Это урок музыки. И у кого был еще урок музыки? Были? Давайте я уже попрощу вас чуть-чуть. Я вас попрошу немного, ну, не превращать, когда я что-то узнаю, в овацию. Ну, я просто слышу первый ваш хлопок, и этого достаточно. Потому что, ну, не надо превращать звуки дождя опять. Нам YouTube, он такой: у кого был урок музыки? Все, нет, вы там все равно не совсем поняли. Один хлопок, и этого достаточно. У кого был еще урок музыки? Класс. А урок физики? Ладно. Как быстро, как компактно, какой быстрый современный мир. Хорошо. А у кого не было урока в музыке? А, видите, вы даже нечетко хлопаете, потому что вы не шарите. Люди, которые учились музыке, они четкие. У кого был урок музыки? А у кого был? Не было уроков музыки. Хлопните еще сейчас. Видите? Лошье! Лошье. Необразованное лошье. Да. А вот у кого был урок... Ладно, для тех, у кого не было урока музыки, объясняю, что это такое. Это... перемена. Вот. Это вот урок музыки. И я не очень любил наш урок музыки, потому что наша учительница играла всю музыку на баяне. И чтобы вы понимали, как звучит музыка на баяне, это если медведь проглотил включенный магнитофон, на котором постоянно играет Bez Obmezhen. Вот. И это ужасное звучание. До проглатывания. Так вот, смотрите, и что я хочу сказать, что многие сейчас говорят: ну вы знаете, нам так нравится «Игра в кальмара», великолепный сериал. Кто смотрел «Игру в кальмара»? Ну вот, видите, и очень нравится. Это такая хоррор-драма, расправа одного социального класса над другим. Обожаем. Так вот, уроки музыки еще хуже, потому что абстрагируйтесь от понятия «школа» на секунду, абстрагируйтесь. Одновременно в разных уголках города просыпаются дети, родители их кормят, одевают в одинаковую одежду и через весь город до рассвета зимой ведут в одно серое помещение, где их сортируют по классам. И над ними берет верх одна женщина, которая гораздо старше и больше их. И она говорит: а теперь, дети, все поем. А вы должны понимать, что пение далеко не всем дано, но ей все равно. Ей все равно, она говорит: все поем. И начинается: ничья комисячна, зорна ясная, видно, хоч голки збирай. Вийдеш працею. Чотири. Леночка, как обычно, пять, два, три. Фу! Ты поешь ужасно, отвратительно. Тебе не стоит вообще никогда петь. Никогда не открывай рот и не делай, чтобы слова ложились на музыку. Но сейчас я хочу, чтобы ты спел сам.
перед всем классом. Вставай поэтому. Вставай. Я хочу, чтобы ты спел перед всем классом, чтобы мы слышали и получили плохой пример. Давай, пой. Раз, два, три. Пошел. Нет. Плохо. Ничьякомесячно. Раз, два, три. Пошел. Не подсказываем класс. Пусть он мучается, этот дурак. Давай, ничьякомесячно, зорно ясное. Пой, я сказала. Фу, тебе никогда не нужно петь. Сел на место и больше никогда не пой. Но завтра придешь и споешь еще раз. Споешь еще раз. Вот это хуже игры в кальмара. Гораздо хуже игры кальмара. Но я очень сильно любил уроки музыки. Потому что уроки музыки, они научили нас классической музыке. И многие сейчас, взрослое поколение говорит, мы ненавидим эту современную музыку. Вообще презираем. Ненавидим. Да. И там, что там? Там все одинаковое и три слова. Все одинаковое и три слова. Вот другое время классическая музыка была. Это великолепно. Я вам скажу, что классическая музыка в разы хуже. Потому что там даже нет слов. И там... Я вам сейчас расскажу. Я был на уроке музыки. Я выучил, что такое классическая музыка. Возьмем на примере Эдварда Грига «В пещере горного короля» для оперы «Пергюнд». И так 5000 раз. Все. Вот вся классическая музыка. Какая фишка, изюминка? Просто повышай или понижай тональность. Просто ультразвук, лопаются стекла, глухие собаки, не понимают, откуда ультразвук, летучие мыши какают сверху, вверх ногами на себя. И ужас происходит, ужас, ужас, ужаснейший ужас. И как только это происходит, он сразу же что делает? Резко удивим всех. И так заново. Вот вам вся классическая музыка. Отвратительно. Но мне очень нравилось. Очень нравилось, как наша учительница. Она была, на самом деле, так эстетически приятно было. Когда она доставала пластинку, она вытирала пыль. У нее был маленький портативный проигрыватель. Она ставила туда, взводила иголочку. И самое прекрасное, что было, это смотреть, как она отыгрывает мимикой всю музыку. Идем по коридору всем классом. Любовь Александровна. И мы идем по коридору. Спускаемся по винтовой лестнице. Это не опасно. И мы спускаемся все ниже. И заходим в подвал, и там едим тофу.
прям объедаемся тофу вегетарианским сыром, который абсолютно безвкусный, но абсолютно бесплатный. Мы обожали это. Прям в пещере горного короля, и мы обжирались тофу. Мы были все с пузами, набитые пузаны валялись в этой грязи в подвале с сыром. Наша учительница прям офигенно наедалась. Мы все там валялись, пыхтели в мышином помете и грибке, плесени в пыли. И когда кто-то вставал и говорил: «Я, наверное, пойду», она говорит: «Шшш». Переставляла пластинку на другую сторону, взводила, и звучал другая песня Эдварда Грига «Утро». И она быстро бежала к дверям, открывала дверь, вот так луч туда, фух, солнечный, темнота разрезалась, и идет ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру. И мы выходили на перемену просто на сильной доле. Па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И все такие: «Вау, 9-й Б, что с вами?» А мы выходили гордые, как возносились, мы говорили: «Мы полны тофу, а тофу, у него свойство принимать вкус той пищи, в которой его подают, и мы сейчас полны тофу, и тофу маринован классической музыкой». Вот вам комедия наблюдения. Хотели? Комедия наблюдения. Как жаль, что я не умею играть на гитаре. Очень спасибо вам огромное за теплый прием. Я бы очень сильно хотел поделиться некоторыми истинами, которые меня очень сильно беспокоят. Но, чтобы вы понимали, сейчас комедия в таком положении, когда комиков преследуют, потому что вырезают их шутки из общего контекста. И поэтому были даже инциденты, когда Егора Шатайла повалили на землю и его запшикали газовым баллончиком за то, что он шутил про традиционную семью и про Маргарет Тэтчер. Комиков преследуют за пироги, и это ужасно. Но я тоже бы хотел поделиться с вами какими-то истинами. И я не боюсь, на самом деле. Я не боюсь, что меня узнают, что мою затем шутку... Стоп, гитара, не играй! Вырежут из контекста и будут показывать, и что потом меня будут преследовать. Я абсолютно, я смелый комик. И поэтому сейчас я хочу поделиться кое-какими истинами. Играй, гитара! И... Я еще пригласил гитариста. Можешь выходить. Гитарист будет открывать рот, будто бы это он говорит эту шутку и эту истину. Это такой прикол. И камеры снимают только его. Меня вообще не снимают. Вот. Истины лучше всего доносятся в песне. Поэтому... Я очень сильно хочу, чтобы из мира исчезли все онлайн-ставки, а онлайн-казино сгнило в вонючем говнистом болоте. Однажды мне в Инстаграм написала женщина: «Не хотите прорекламировать наше онлайн-казино?» Чтобы не рассказывать, что это за казино, я его завуалирую 2YVET. Вот. И она говорит: «Все просто. Вы размещаете у себя ссылку, по которой, если люди играют, то вы зарабатываете 35% от их проигрыша». Я был очень сильно злой. И я сказал: «Хорошо, я согласен. Но только если я еще скажу такой текст. Знаете, онлайн-казино — это ужасная система, и она нацелена на то, чтобы вы полностью проиграли. Если вы что-то выиграете, это лишь мимолетное влечение, и на игре в длинную дистанцию вы проиграете, от вас откажутся ваши друзья, от вас откажутся ваши родственники, вас уволят с работы, вы влезете в кредит, у вас заберут дом, и затем вы умрете на улице, замерзнув и прикрывшись только одной газеткой, на которой будет написано: «Играйте в наше онлайн-казино». Но если вы
все-таки хотите сыграть, то сыграйте, пожалуйста, по моей ссылке, потому что я заработаю 35% от вашего проигрыша, то есть 30% от вашей смерти. И женщина сказала: «Хорошо, вы лучше знаете свою аудиторию». Если онлайн-казино – это стереотипная подружка, то рядом всегда страшненькая подружка микрозаймы. И я очень сильно верю, что когда-то к Сергею Бабкину, который рекламировал микрозаймы, наверное, потому что нашли люди завуалированно и очень сильно хитро в его фамилии слово «бабки». И кто-то подойдет к нему и скажет: «Сергей, ну я так люблю ваше творчество, вы такой приятный, добрый человек». Скорее всего, вы просто не знали, что все микрозаймы нацелены на то, чтобы получить все деньги клиентов в быстрые сроки методом шантажа, запугивания и мелкого шрифта. И что хуже всего, они нацелены на самые незащищенные слои населения. И Сергей Бабкин скажет: «Да, ой, простите, пожалуйста, а я и не знал, я просто так был занят, я больше никогда этого не буду делать». И тогда этот человек подойдет к Ольге Поляковой, которая тоже рекламирует микрозаймы, и расскажет все то же самое. А Ольга Полякова скажет: «Я знаю». Я считаю, что должны исчезнуть все контактные зоопарки, дельфинарии и запретить охоту. Многие говорят, что контактные зоопарки – это свобода для животных. Но я никогда не видел, чтобы человек выходит из контактного зоопарка, и енот такой: «Я тоже пошел». Нам стоит не прям запретить охоту. Нам нужно подойти к охотникам и просто объяснить им, в чем проблема. Нужно понимать, что они как бы, у них есть маскулинное желание преобладания над природой. И это к ним дошло от их праотцов. И нам нужно просто подойти к ним и заговорить с ними на общем языке, чтобы они нас понимали. Нам нужно подойти к ним и сказать: «Извините, это я только что сказал что-то на антипрививочном». Ладно, на самом деле вы понимаете, что я могу и не прикрываться этим, не могу рассказывать истину, потому что я считаю, что это правда. Поэтому я абсолютно не боюсь, и сейчас я расскажу даже свою истину, которую считаю такой, которую многие не согласны с ней, но я ее скажу. Не играй, пожалуйста, уже. Ну, не навсегда это все. Просто эта истина, она действительно меня сильно беспокоит. Я считаю, что мы очень несправедливы по отношению к спичкам. Нам, видите ли, нужен огонь, но на другом предмете. А, и, кстати, считаю, что дизель-шоу — это самый низкосортный юмор, который способен написать ребенок или даже собака. Нам нужно лучше относиться к бездомным, к людям, которые слабее нас, к людям, которым нужна помощь. Нам очень нужно придерживаться прав человека, уважать права человека вне зависимости от их возраста, гендера, национальности, вероисповедания и, что очень важно сейчас, ориентации. И самое главное, играл человек Доту или не играл. И существует один человек. Многие считают, что он реален, но я думаю, что он просто выдумка. Но тем не менее, этот человек, который живет, по утверждению каждого из нас, в сердце, он сказал одну великую фразу, которая, мне кажется, поможет нам всем. Просто пустите в свое сердце любовь. Она уже знает, что сделать дальше. Великий человек был этот профессор Дамблдор.
У всех есть моменты, когда вам грустно, и очень важно всегда найти радость и веселиться, и найти поддержку, кто вас поддержит. И мне тоже иногда бывает грустно, и ничего страшного, ведь всегда рядом есть человек, который всегда поддержит. Если мне грустно и одиноко, я всегда звоню в Приватбанк, и там всегда люди, которые выслушают все, что угодно. Главное — закончить разговор до того, как они скажут, что единственный выход из вашего положения — это VIP-карта клиента. Недавно звонил в Приватбанк, и мне нужно было повысить кредитный лимит, потому что я очень сильно хотел один стартап запустить. Вы знаете, есть кофе to go, кофе с собой, а я придумал friend to go. Это когда ты понимаешь, что тебе нужно дойти до метро, но не с кем общаться, заходишь что-то похожее на кофейню, выбираешь человека, как в Симсах, идешь с ним, общаешься как друг, потом доходишь до метро, комкаешь его, бросаешь в урну, и потом из него делают блокноты. Вот. И не повысили мне кредитный лимит, не повысили, но... Виталий, оператор Приватбанка, говорит: «Василий, а не желаете ли вы повысить свою безопасность как клиента?» Я думаю, это как? Стать клиентом другого банка или... Он говорит: «Нет, нет, нет, Василий, что вы. Смотрите, мы сейчас запустили одну такую штуку. Идентификация по голосу. Идентификация по голосу. Когда в следующий раз вы будете звонить, наш умный компьютер, да что там говорить, искусственный интеллект, считает ваш голос, и мы будем знать, что нам звонит вы. Что вы — это именно вы». Я говорю: «Откуда вы знаете, что сейчас?» «Я. Это я». И Виталий говорит: «О, нет, 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 это вопрос к вашему психоаналитику, это не ко мне. Я всего-навсего Виталий, оператор Приватбанка. Итак, Василий, назовите, пожалуйста, свое имя». Тут было несложно, я говорю: «Василий». Он говорит: «Есть». «Василий, назовите, пожалуйста, свою фамилию». «Байдак». «Есть». «Ваше отчество, Василий». «Васильевич». «Есть». «Дата вашего рождения, Василий». 14.01.91. «Василий, а вы будете так отвечать?» «В смысле? Ну, вы будете отвечать так, 14.01.91, потому что обычно все полностью отвечают 14 января 1991 года». «Ну, давайте я отвечу полностью 14 января 1991 года». «Не-не, Василий, ну просто нужно понимать, потому что вы часто записали так, а в следующий раз вы будете, может, сокращенно, 14.01.91. Ну, я же сразу сказал сокращенно, и вы сказали, что не подходит». «Не, не то, что не подходит, просто вдруг вы скажете, как все, полностью 14 января 1991 года. Ну, давайте я скажу еще раз, не-не-не, нельзя, потому что нужно выбрать один вариант, потому что наш умный компьютер, что он говорит, искусственный интеллект, запомнит только один ваш вариант. Поэтому сейчас, Василий, скажите четко, пожалуйста, да, дату вашего рождения». «Зима 91-го». «Василий, очень смешно, но пожалуйста, пожалуйста, ответьте так, как нужно, потому что наш...» «О, да я понял, хорошо, 14.01.1991 года». «Василий, это уже четвертый вариант. Слушайте, как, что вам нужно? Да просто запишите один вариант, как нужно сказать, и вы его так и скажете. Запишите себе в блокнот или в телефон и так и скажите. Монобанк». «Что, Василий, извините, монобанк. Монобанк, монобанк, монобанк. Это мантра, которая помогает ускорить все процессы». «В Приватбанке». «Василий, я все понял, спасибо огромное. Идентификация по голосу закончена. Спасибо вам огромное. С вами был Виталий, оператор Приватбанка. До скорых встреч». И когда я звонил в следующий раз, у меня была идея нового стартапа. Это кепки с козырьком 360 градусов, вот, но не шляпа. И кредитный лимит мне опять не повысили, вот, но это потом. Потому что я звоню, говорю: «Здравствуйте, я хотел бы...» «Алло, здравствуйте, меня зовут Виталий, я оператор Приватбанка, и сейчас вам нужно пройти идентификацию по голосу». Ну, я думаю, наконец-то. «Итак, Василий, как вас зовут?»
Василий. Одну минутку. Василий. Есть. Ваша фамилия, Василий. Байдак. Байдак. Очень похоже. Василий, ваше отчество, пожалуйста. Васильевич. Василий. Извините. Байдак. Извините. Васильевич. Можете повторить еще раз, пожалуйста? Васильевич. Васильевич. Очень похоже. Итак, Василий, последний вопрос. Дата вашего рождения. Четырнадцатое января 1991 года. Зима 91-го. Василий, извините, это не вы. До скорых встреч. Алло, здравствуйте, меня зовут Виталий, я оператор Приватбанка. Нужно пройти идентификацию по голосу. Василий, назовите, пожалуйста, свое имя. Так, я только что уже ее проходил. Неправильно, до свидания. Здравствуйте, меня зовут Виталий, я оператор Приватбанка. Василий, нужно пройти идентификацию по голосу. Василий, назовите, пожалуйста, свое имя. Так. Василий. Василий. Назовите, пожалуйста, свою фамилию. Байдак. Байдак. Ваше отчество, Василий, пожалуйста. Ваше отчество, Василий. Виталий, экстренный вопрос. Я вас слушаю, Василий. Виталий, а откуда я могу быть уверенным, что сейчас со мной общается действительно Виталий, оператор Приватбанка? Василий, не понимаю, о чем вы. Откуда я могу знать, что сейчас вы, Виталий? Это вы, Виталий. Василий, так это вы нам позвонили. Виталий, назовите, пожалуйста, свое имя. Василий, да это не... Ваше имя, Виталий, пожалуйста. Виталий. Благо, я умел пародировать магнитофон, поэтому... Виталий. Очень похоже, Виталий. Ваша фамилия, Виталий. Василий, так вы... Ваша фамилия, Виталий. Остапенко. Остапенко. Очень похоже, Виталий. Ваше отчество, Виталий. Василий, так... Ваше отчество, Виталий. Василий, так... Василий, экстренный вопрос, Василий. Я вас слушаю, Виталий. Василий, мне кажется, или я, Виталий, оператор Приватбанка, сейчас нахожусь внутри вашего стендапа. Не понимаю, о чем вы, Виталий. Ну, мне кажется, что я, Виталий, оператор Приватбанка, сейчас нахожусь внутри вашего стендапа, и что хуже всего, что просто, ну, такая тишина, и никто не смеется, и люди хлопают, но это звучит отвратительно. И... Да, Виталий, действительно, вы внутри моего стендапа. Так а зачем вы так, Василий? А потому что не надо было задрачивать со своей идентификацией по голосу, звонить всем абонентам, предлагать какую-то скидку на наценку. Не надо так делать. Василий, ну так это же... Да мне все равно, Виталий. Василий, так это же... Ну это же тишина на вашем стендапе, Василий. Ой, нет, Виталий. Люди уже слышали, что я, Василий. Хорошо шутите, люди смеялись, все нормально. А тишина именно на вашем стендапе, Виталий. Именно на вашей части тишина, Виталий. Василий, так оно... Василий...
Василий, а что ж зрители Ютуба? Василий, что зрители Ютуба? А шутка каждые 10 секунд, Василий. Шутка каждые 10 секунд, Василий. А Виталий, зрители Ютуба такое обожают. Ой, они такое обожают, зрители Ютуба. Падение работника капиталистической системы, который зажат своим же бюрократическим капканом. А люди хлопали, Василий, только что люди хлопали. Да, но они опять-таки хлопали моей шутке, Виталий. А сейчас? Это люди уже просто сочувственно не понимают, насколько вы в бесполезном. Ничего, кто-то уже уходит, Виталий. Кто-то уже, Виталий, уходит. Василий, это из-за меня? Это из-за вас, Виталий. Это Виталий из-за вас. Люди даже на писю не уходили. Даже на писю не уходили. А сейчас это уже Виталий слишком. Василий, пожалуйста, хоть одну шутку. Но я не хочу, мне так стыдно, Василий. Нет, Виталий. Там мальчик. Не ведитесь, Виталий. Не ведитесь. Ну, хоть одну... Нет. Хочу взять себе лодку в аренду, чтобы на этой лодке подплыть под пешеходный мост, ведущий на Труханов остров, в то место, где люди прыгают из банджи-джампинга, чтобы на лодке стоять и дождаться момента, когда человек прыгнет с банджи-джампинга, и когда его лицо поравняется с моим, я на лодке, и вот так он, фу, я ему, ты только что зря потратил 300 гривен, фу. Хуже всего, если улетая, он такой, а ты на аренду лодки 400? Ведь и правда, но эти люди тщеславны. Поэтому, что-что? Еще. Я говорю, ты на аренду лодки 400, а ты только что 2 раза по 300, это 600. Василий, а вот это вот из банджи-джампинга прыгал я? Потому что люди смеялись. Это я прыгал из банджи-джампинга? Виталий, оператор Приватбанка? Нет, Виталий. Я скажу вам больше, это прыгал работник Монобанка из... банджи-джампинга. Василий, это уже нечестно. Это уже нечестно, Василий. Это уже очень сильно. Да, да, хорошо. Или другое. Взять себе лодку в аренду, подплыть под то место, где прыгают люди с банджи-джампинга, чтобы, когда человек летит, резко достать его из ремней, залезть вместо него. Посмотреть на себя, на инструктора. Вы говорили, что со мной ничего не будет. Но прыгал не я. То есть вы хотите сказать, что вы? Это не вы. Вот не лезьте в мою шутку, Виталий. Не лезьте в мою шутку, Виталий. Василий, но как подошло? Мне кажется, я уже разбираюсь в стендапе. Василий, мне кажется, я разбираюсь в стендапе. Нет, Виталий. Это просто вы произнесли фразу, которую люди уже слышали раньше, в том месте, где ее не ожидают услышать. Классический рефрен. Ой, Василий, у вас ими все выступление пронизано. Нет, не городите чепухи, Виталий. Василий, ну хоть одну шутку. Хорошо, Виталий, хорошо, хоть одну шутку. Смотрите, скажите прямо сейчас, что когда из банджи-джампинга прыгает верующий человек, вместе с ним на крестике летит еще Иисус. Не могу, Василий, не могу. Ну все тогда, Виталий, последний шанс. Что там люди, Василий?
смеха уже все меньше. Они уже начинают догадываться, почему такой дешевый билет. О, был смех. Ну, опять-таки, после меня, Виталий, после меня. Василий, а вам не страшно? Почему мне страшно, Виталий? Ну, что вы сейчас в этом зале и такая тишина. Опять-таки, все знают, что это не моя вина. Что это все из-за вас, Виталий. Вас так ненавидят. Виталий, вас так ненавидят. Вас, оператора Приватбанка, Виталия. Люди хлопают в поддержку. Люди согласны с тем, что вас, Виталий, так ненавидят. Потому что... Но знаете, Виталий, вас ненавидят, но... Тем не менее, вас обожают, Виталий. Вас любят, потому что зритель проходит через страдания из-за вас, Виталий. Вас любят и ненавидят одновременно. И когда зритель выйдет отсюда, может через 15, может через полчаса, может через час, может через два, все зависит от вас, Виталий, сейчас. Все зависит от вас. Люди вас так будут ненавидеть и любить одновременно, что вас, Виталий, распнут. Виталия, оператора Приватбанка, вас распнут на букве «П». Как, Виталий, никто не знает вас, или Виталий согнут пополам, или разрежут. Виталий, неважно, это неважно. Я должен вам сказать, что диалог с Виталием, работником Приватбанка, оператором, длился так долго не просто так. Именно столько времени понадобилось, чтобы по звонку Виталия определить точное местоположение Виталия. И вот уже мой друг врывается в офис Приватбанка, вытаскивает за идиотский салатовый галстук Виталия на улицу, бросает его на асфальт, подъезжаю я, направляю на него пистолет и говорю: «Дай сюда свой бумажник». Беру бумажник, говорю: «Ага, действительно Виталий, оператор Приватбанка. Виталий, скажи, пожалуйста, на кого ты учился?» «На программиста». «Виталий, кем ты хотел бы работать?» «Я очень сильно хотел бы работать в IT-компании, какой-то IT-компании. Очень сильно хотел бы работать в IT-компании и очень сильно хотел бы поменять имя». «Ага, ага». «И почему, Виталий, вы там не работаете? Чтобы стать айтишником, нужно очень много времени. А лучше умереть? Лучше умереть, Виталий, если через 6 месяцев я не вернусь сюда и не узнаю, что ты... Во-первых, я так плохо построил предложение, Виталий, только что. Ты бы знал, Виталий, мы так отошли от сценария из-за того, что я так... Ты такой Никита, если честно, Виталий. Ты такой Никита, если честно, Виталий. О, назови себя Никита. Так вот, слушай сюда, Никита. Если через 6 месяцев я приду сюда и не узнаю, что ты, Никита, уже работник IT-компании, а не офиса Приватбанка, то я убью тебя, ты понял? И он: «Да, понял». Я ему даю пинка, он убегает. И я кричу: «Беги, Форест, беги!» Мой друг был взбешен. Он говорит: «Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал?» А я, как сейчас помню, я в кожанке, очень накачанный, у меня скулы такие, я очень красивый, я Брэд Питт был тогда. И я прям говорю: «Знаешь, завтра Виталий проснется, и этот день будет самый прекрасный день в его жизни. Виталий скушает завтрак, и этот завтрак будет вкуснее всех деликатесов. Именно это завтра почувствует Виталий, а уже Никита, и, возможно, уже человек, который работает в IT-компании. Именно это я хочу, чтобы почувствовал каждый зритель из 1928 завтра. Спасибо вам огромное». Приватбанк. Первое правило Приватбанка – никому не рассказывать о Приватбанке.
Второе правило приватбанка – никому не рассказывать о приватбанке. Если вы хотите пожаловаться на какую-то шутку, нажмите 1. Но Виталий у нас уже не работает. Если вы хотите поддержать комика, который не заработал на продаже билетов, купите мерч на выходе или на сайте комика. Если вы хотите вызвать комика, чтобы он рассказал еще один блок, который он не смог втиснуть в выступление, чтобы он был концептуально и драматургически оправдан, просто немножечко пошумите. Ой, спасибо, так приятно, что вы меня вызвали на бис. Ехал недавно в метро и видел там одну старушку, которая сидела напротив меня и мямлила себе что-то под нос. Вы наверняка видели таких людей, которые ходят по улице и такие что-то... И эта старушка, она сидела прямо напротив меня, и она сидела и так... И я думаю, ну не может быть, что они просто что-то мямлят, что-то говорят. Они по-любому что-то хотят донести этому миру, просто мы их не слышим. Я сел возле этой старушки, и вот что я услышал. Life is the meaning for a dicky full of life is. Life is the meaning for a dicky full of life is. Life is no when the life is to go when the life is to know the life is to know. I happen feeling glad like a sunshine in a park I'm useless, but not for long. The future is coming on, is coming on. Все вместе, is coming on, is coming. Ну-ну, it's coming on, руки вверх, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Yeah, where F is the place, it's so sound is the mail, sound is the mail, sound is the mail. We won't, we don't, and they follow me in the, run, and they follow Steve, and they follow Steve, and it's follow Steve, with me for ya. For me, for ya. For me, for ya, just the inner, the just the end. And I could take it round and watch me end. And if you're wrong, but some of them when I want to always, I want always to you when I'm wrong. But slow, it's slow, it's the same, and it's finished, but it's wrong, it's fair. The essence of basics allowed me to make it. The chart like a breeze allowed me to make this rhythm. You have a night of the faces. All I see got the feet like the bases. I said I was hungry and the room was fucking clean. Body saying anything I kiss just feel I feel, huh? People in the cash pool, I should address God. Everything's so stressful. Can I take the bass move? I got bodies in my back, but the society was swag. Can we make that bounce back when you're half full of friends? You can stop the beat, you can stop me, but remember that's all in your head. I got something in a bag, I got sunshine in a bag, and I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, but feeling glad. I got sunshine in a bag, and I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on. I ain't happy, I'm feeling bad. I am future in a bag, and I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in the bag, and I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on.